Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Иван Яковина, это радио НВ. Начинаем нашу программу о самых важных, интересных событиях в Украине и за ее пределами, которые могут повлиять на нашу с вами жизнь. Сегодня у нас 23 февраля, и первым делом я, конечно же, хочу от души поздравить всех японцев с днем рождения императора. Пускай боги дадут ему долгих лет жизни. Ну и начну сегодня я с необычной для последних двух лет темы, которая, впрочем, дает надежду на то, что в долгосрочной перспективе у всех у нас, как у человечества, у населения планеты Земля, все будет хорошо и правильно. И в какой-то степени, мне кажется, этот сюжет, эта тема дает ответ на вопрос, почему хорошие люди все-таки в конце концов победят плохих людей. Итак, сегодня ночью беспилотный посадочный модуль миссии IM-1 под названием «Одиссей» сел на поверхность Луны в районе Южного полюса, естественного спутника нашей планеты. Он, этот «Одиссей», стал первым за полвека американским аппаратом, который успешно прилунился. До него была миссия «Аполлон-17» аж в 1972 году, тогда еще последний раз американцы высаживали человека, в том числе на поверхность Луны. Интересно, что создателем и владельцем этого межпланетного зонда является не американское космическое агентство НАСА, как это можно было бы ожидать, а частная компания, которая называется Intuitive Machines, то есть интуитивные машины. На мой взгляд, это очень-очень важно, можно даже сказать супер важно, поскольку если в межпланетные перелеты начали вкладываться в частники, то есть частные корпорации, компании и отдельные люди, то значит они видят в этих предприятиях, в этих полетах какую-то выгоду, какие-то деньги там, значит, шевелиться начинаются. А если там есть деньги, если там выгода, то появление колоний на Луне, на Марсе, на других планетах, может быть, каких-то астероидах, и до того, как начнутся регулярные полеты к этим колониям, осталось, ну, подождать какое-то время. То есть это уже вопрос не случится ли это, а вопрос того, когда это случится. Поскольку если где-то есть деньги, все, туда идет частный капитал, а туда, где идет частный капитал, там обязательно успех. Это, собственно, как вот колонизировались другие континенты в эпоху великих географических открытий. Точно так же, там были какие-то деньги, и обязательно туда шли люди, несмотря на все опасности, несмотря на какие-то риски, они все-таки строили там свои колонии, поселения, и в которые в том числе сейчас превратились в Соединенные Штаты Америки. Ну и тут же стоит отметить, естественно, что на Луну этот Одиссей отправился с помощью частной, опять же, ракеты, которая называется Falcon 9, Falcon 9. Это ракета Илона Маска, его компания SpaceX. И эта ракета доставила Одиссея на Луну быстрее, надежнее, дешевле, чем любая другая ракета, сделанная, созданная силами каких-то государственных компаний или структур. И ракеты, смотрите, теперь уже частные, и зонды частные, межпланетные. То есть все уже частное. НАСА там как бы общее руководство, наблюдение и управление полетом осуществляло. То есть оно не то, чтобы ее вообще там не было, было, конечно. Но все-таки, как мы видим, именно железо, технику делают уже частники. Ну и за посадкой Одиссея смотрела в прямом эфире, практически наблюдала вся Америка и значительная часть остального мира, включая меня, например. В Ютубе велась трансляция, любой мог посмотреть. Там были, знаете, во время посадки неполадки со связью, какой-то лазер у них отключился, потом опять включился. Все очень сильно переживали, но все хорошо закончилось. Одиссей прилунился в полном порядке. Ну и этот зонд сейчас там на Луне займется выяснением погодных, если так можно выразиться, условий на Южном полюсе Луны. Солнечный ветер будет считать радиацию солнечную и космическую, будет искать воду, изучать плазму, которая образовывается на поверхности Луны, когда в нее попадают вот эти частички, заряженные от Солнца и из дальнего космоса. Ну и много чего еще будет делать. Это на самом деле здоровенная штука такая, она больше 3 метра в высоту и 1,5 метра в диаметре. Кроме того, в полезную нагрузку этого Одиссея включили отделяемую камеру. На самом деле это интересный такой момент, когда он прилунялся, сначала от него как бы отстрелилась камера, она приземлилась, прилунилась, и уже камера снимала, как этот самый Одиссей садится. То есть впервые такое было, что вот снимали на видео, точнее, там, на видео, не на видео, уж не знаю, но что именно там снимали, но снимали прилунение этого космического аппарата. Мне кажется, это очень круто. Плюс там отправили кусочки теплоотражающей
отражающего материала от производителя одежды Колумбия. Знаете, куртки всякие, там, свитера, фуфайки, жилетки и так далее. У меня у самого куртка такая есть, кстати. Они же заинтересованы в том, чтобы создать материал, который будет как можно более теплым, при этом как можно более легким. И вот они решили протестировать, очевидно, вот такой свой этот материал, отправив его на Луну. То есть вот вам выгоды, собственно, для использования лунных миссий в интересах частных компаний. Плюс туда какую-то металлическую арт-работу, скульптуру, по сути дела, отправили. И много всякой другой фигни. Короче, ожидается, что это только первый полет. Он как бы в тестовом режиме прошел этого Одиссея. Таких еще полетов будет, как ожидается, два. И в ходе этих полетов и в результате этих миссий ученые собираются собрать как можно больше информации о Южном полюсе Луны до того, как туда полетят космические корабли уже с людьми. Есть у американцев программа, которая называется Артемида, потому что первой была Аполлон, а его сестра Артемида. И вот в ходе этой программы Артемида туда собираются отправить сейчас людей опять. Причем именно на Южный полюс. Почему Южный полюс? Южный полюс по двум причинам выбран. Во-первых, там есть кратеры, с определенными особенностями. На дне этих кратеров есть большое количество воды. Она в виде льда, замороженная. Почему она там остается? Потому что на дно этих кратеров никогда не попадает солнце. Поэтому вода там не может вскипеть и испариться. Но на горах, которые окружают эти кратеры, поскольку они на Южном полюсе, наоборот, солнце есть всегда. И вот эти горы, где никогда не заходит солнце, это идеальное место для размещения солнечных батарей, которые будут давать бесплатную энергию в диких количествах, чтобы поддерживать существование будущей колонии. Ну а вода, это, ну, во-первых, ее можно пить, во-вторых, из воды можно делать топливо, то есть водород и окислитель кислород. Кислородом плюс еще и дышать можно. То есть вода — это очень важная вещь для освоения любого чего бы то ни было в космосе. Если у вас есть вода, считай, там типа 70% проблем минус. Плюс из воды, кстати, вода еще очень хороший отражатель от всяких заряженных частиц, которые летят из космоса. Поэтому если сделать между тем местом, где живут люди, и космосом, скажем так, прослойку воды, то эта вода будет просто защищать от космической радиации. Это тоже ее можно будет использовать таким образом. В общем, Южный полюс совершенно не случайно выбран. Именно туда прилетели американцы сейчас. Ну и плюс, от Южного полюса не так далеко до обратной стороны, так сказать, Луны, где можно размещать телескопы, которые невидимы нам с Земли. Там можно размещать телескопы, всякое другое наблюдательное оборудование. Почему именно там? Да потому что там, на той стороне Луны, которая всегда обращена в космос, она никогда не смотрит на Землю, там нет загрязнения, так сказать, радиационного от Земли. Потому что мы на Земле много тепла производим, у нас много работают радиостанции, работают какие-то телевизионные станции, много радиосигналов мы отправляем. И это все загрязнение, когда работают телескопы, этого быть не должно. Должно быть как можно более холодная, чистая картина. Вот у нас с обратной стороны Луны такая холодная, чистая картина есть. И, соответственно, очень удобно было бы использовать обратную сторону Луны для установки там как раз телескопов и всякого такого. Сейчас люди на Земле телескопы как устанавливают? Обычно самое лучшее на вершинах гор. И особенно хорошо, если это гора еще и в пустыне, как в чилийской пустыне Атакама, там на вершинах гор ставят телескопы. Почему именно там? Потому что хотят, чтобы между телескопом и, собственно, космосом было как можно меньше воздуха. И особенно как можно меньше водяного пара, который искажает изображение. На Луне водяного пара и воздуха нет вообще, поэтому там, конечно, телескопы могут быть там в десятки раз круче, чем на Земле, и позволят нам узнать гораздо больше о космосе, чем просто если бы мы наблюдали за этим космосом с Земли. Короче говоря, открываются невообразимые перспективы. Плюс, еще, конечно, важно вот что отметить. Успех вот этой нынешней миссии, которая вчера ночью, точнее сегодня ночью, прилунилась там на Южном полюсе, практически гарантирует, что в недалеком будущем люди уже не просто вернутся с какой-то там экскурсии на Луну, вот как американцы в 70-е, 60-е годы прошлого века летали, то есть не прилетели, там потоптались, флаг поставили, улетели назад. Нет, люди начнут там строительство постоянно действующей базы. Вот исследовательской базы, скорее всего, она будет сначала исследовательской, потом она превратится в большую колонию, а потом уже и в город, который будет приносить прибыль, то есть будет приносить деньги.
На Луне, на самом деле, куча полезных ископаемых, которые не глубоко залегают по сравнению с Землей. Ну, например, там на Луне есть специфический такой изотоп гелия, он, по-моему, гелий-3 называется, который очень хорошо подходил бы для использования в термоядерных реакторах. На Земле этого гелия-3 практически нет, либо его можно сделать, но это очень геморройно, сложно, в общем. А на Луне, пожалуйста, бери сколько хочешь, вот он есть. То есть это откроет новую страницу в энергетике на нашей планете. Но главная ценность Луны, конечно, в ее низкой гравитации, поскольку там на Луне можно теоретически построить завод по производству космических кораблей, и строить космические корабли в 6 раз тяжелее, мощнее, круче, чем на Земле. Почему? Потому что гравитация там в 6 раз ниже. Плюс даже, наверное, не в 6, а больше, чем в 6, потому что на Земле взлету космического корабля мешает еще и воздух, сопротивление воздуха, на Луне такой проблемы нет. То есть, конечно, Луна в этом смысле для освоения космоса в будущем, конечно, это уже не при нашей жизни будет, скорее всего, там уже сильно дальше, но типа лет через 50, может быть, 100. Но это, конечно, Луна будет очень большим подспорьем для освоения Солнечной системы. То есть запускать корабли, не знаю, к Юпитеру, к Марсу, куда угодно, с Луны в миллион раз проще, чем с Земли в плане гравитации и в плане отсутствия атмосферы. Кроме того, представляете себе, какой на самом деле выгода прямая, потому что вы делаете космический корабль на Луне, если вы можете ему поставить здоровенные толстенные стены, которые будут, опять же, космонавтов внутри этого корабля защищать от космической радиации, от солнечного излучения и так далее. То есть это будет еще и гораздо более безопасно на таком лунном корабле лететь к далекой планете, чем на корабле, который построен на Земле. То есть Луна, в общем, является нашими человечества воротами в глубокий космос. И эти ворота вот прямо у нас на глазах сейчас открываются, к огромному счастью, прилунился этот Одиссей замечательно на Луну. И когда, знаете, когда это произошло, когда стало ясно, что этот межпланетный зонд стоит там, где ему полагается стоять, что он посылает сигналы, что он работает, что все у него хорошо, американцы, блин, просто скакали от счастья, их переполняла радость, гордость за свою страну, за свою науку, за своих инженеров, за своих бизнесменов, в конце концов, которые все это смогли собрать и отправить в космос. Я прям очень-очень завидовал им в этот момент, по-хорошему, потому что вот я думаю, конечно, ради чего-то такого, вообще-то, в принципе, человечество и появилось на свете. Вот как говорил Карл Саган, что люди, исследователи космоса, что люди, вообще человечество, это такой способ Вселенной познать саму себя. То есть мы появились не просто так, мы являемся таким специальным органом Вселенной нашей, с помощью которого она узнает себя саму, узнает, что она есть. И вот мы этим должны заниматься, а не убивать друг друга или что-нибудь такое из этой серии. Но происходит, к сожалению, очень часто обратное. И вот смотрите, когда американцы радовались, отчасти скакали, что у них получилась эта лунная миссия, и все весь мир им завидовал, ну, по крайней мере, все нормальные люди в этом мире им завидовали, ровно в тот же самый день в России случилось тоже очень знаковое событие. Местный царь Владимир Путин взял в заложники уже не оппозиционера Алексея Навального, а тело убитого им же оппозиционера Алексея Навального. То есть одновременно эти события случились, просто одновременно. Несчастной матери этого убитого политика наконец-то показали его труп и заключение о смерти, то есть документ, бумагу, в котором написано, что Алексей Навальный умер от естественных причин. Что такое естественные причины, не сообщается, типа умер от смерти, надо полагать. Но при этом ей показали и тело, и бумагу, сказали, что отдадим и тело, и бумагу только в том случае, если она согласится похоронить своего сына где-то в глуши, в тайном месте, без гражданской панихиды, без прощания с ним. И что самое главное, чтобы это было на закрытой семейной церемонии, и чтобы на этой церемонии обязательно присутствовали сотрудники ФСБ и Следственного комитета, которые будут следить за тем, чтобы там ничего не случилось. То есть сделать такую спецоперацию ФСБшную из похорон, собственно, Навального. Ну, а она, конечно, сказала, нет, я на такое не согласна. И ей сказали, что если она откажется, будет упорствовать в своем отказе, то и будет настаивать на том, чтобы похороны оппозиционера были публичными, то его тело вынесут из морга куда-то в теплое место, чтобы оно начало гнить и разлагаться. И сказали, что время не на вашей стороне играет, потому что тела мертвых разлагаются. Причем это придумал не я, это вообще не придумка. Это Владимир Путин через следователей Следственного комитета Российской Федерации
сказал матери человека, которого он же сам и убил, что мы еще и тело вашего сына бросим куда-нибудь разлагаться, если вы не согласитесь на тот формат похорон, который мы от вас требуем. Знаете, в каком-то смысле, наверное, это и есть сатанизм, причем в плохом смысле слова. То есть вот что-то подобное можно назвать сатанизмом, то есть отрицание уже даже не права человека на жизнь, а право родственников убитого человека на то, чтобы его нормально похоронить. То есть угрожать не убийством уже убили, а надругательством над телом убитого человека, угрожать его матери, чтобы добиться превращения похорон в какую-то спецоперацию ФСБ. Это, знаете, кто-то там пишет, это какие-то там Антигоны, древнегреческие варианты, какие-то мифы и легенды Древней Греции, вот там, когда вот злейшие враги друг другу такое устраивали. Но, по-моему, это уже, знаете, даже не Древняя Греция, это какой-то первобытно-общинный строй. Потому что Древняя Греция была, знаете, образцом цивилизации со сравнением с современной Россией. Это первобытный общинный строй, когда там пожирали трупы друг друга, врагов там, выдергивали там какие-то, не знаю, мозги врага съедали или что-нибудь из этой серии. Еще немного, и Путин действительно будет угрожать съесть тело Навального, если его мама откажется кинуть это тело в какую-то безымянную яму и там закопать ее. Я, кстати, когда тело все-таки, я думаю, рано или поздно родственники Навального получат его тело, я им советую проверить, а все ли там на месте, потому что я бы вообще нифига не удивился вот с такими вариантами, с такими подходами, что Путин там повелел отрезать ему, не знаю, там палец или ухо или что-нибудь еще и себе куда-нибудь в коллекцию на память присобачить. То есть это же абсолютнейший сатанизм. Вот, кстати, прав был, в который раз убеждает, что прав был шаман Александр Габышев, мой любимый, наверное, околополитический российский персонаж, который говорил, что в Кремле засел демон из Нижнего мира, который пришел в мир средний, то есть в наш мир, для того, чтобы уничтожать, взрывать, насиловать, убивать, грабить все живое. То есть его ненависть вызывает не какие-то политические убеждения или национальные интересы или что-то еще. Ее ненависть вызывает сама жизнь как таковая. То есть процесс существования, так сказать, организованного плоти, сущности. Да? То есть его жизнь бесит, он хочет жизнь в любых ее проявлениях ликвидировать, уничтожить, растоптать. А даже если эта жизнь остается, так сказать, в виде тела, то тело тоже нужно, чтобы оно сгнило, чтобы оно прекратило существовать. Это абсолютнейший какой-то некромантия какая-то. Сложно придумать даже нормальное слово для того, что происходит. И вот это абсолютная дичь какая-то с угрозами в адрес трупа оппозиционера, вот эта дремучая некромантия реально, она происходит ровно в тот день, когда американцы отправляют на Луну и сажают на Луне частный межпланетный зонд научный. Вот в этих двух новостях, в этих двух историях и сюжетах, мне кажется, как в капле воды отражается внутреннее содержание, образ мысли, и образ двух картин будущего, двух систем, российской, американской или российской, западной. Потому что в одной там садизм, сатанизм, полуразложившиеся зомби, какое-то пожирание трупов, неизвестно что еще, а в другой покорение космоса, наука, радость, счастье людей от того, что там открываются новые горизонты, новые перспективы. Вот именно это сейчас и является собой Россия, с одной стороны, и Соединенные Штаты, и шире весь Запад. Ну и то, что происходит, это, конечно, не знаю, за пределами моего понимания, но в общем в России, знаете, уже даже особо никто не удивляется. Все только сидят и ждут, интересно, что дальше будет. Вот реально начнет Путин жрать тело убитого оппозиционера или все-таки просто сгнит, даст ему сгнить и вернет родителям. Непонятно, все, чуть ли не ставки ставят. Это, конечно, поразительная история. И вот эти два сюжета про космос и про тело странным образом объединились на 2 дня назад, когда вдова Навального Юлия и его дочка Даша встретились в Сан-Франциско с Джозефом Байденом и обсудили с ним всю эту ситуацию, складывающуюся вокруг оппозиционера. Ну и после этой встречи, по результатам этой встречи, Байден сказал, что его там типа поразило мужество этих женщин, сказал, что он с уважением к ним относится и надеется, что они будут продолжать дело самого Алексея Навального. А также он сказал, что уже 23 февраля он введет санкции против Российской Федерации вообще и Владимира Путина лично. Цитирую
по Медузе, что, какие санкции имеются в виду. Во-первых, Белый дом объявил о введении 500 новых санкционных мер против Российской Федерации, связанных с войной в Украине и со смертью Алексея Навального. Ограничения будут нацелены на российский финансовый сектор, оборонно-промышленный комплекс, на участников сети закупок и лиц, уклоняющихся от санкций, а также на ответственных за тюремное заключение Навального и самого Владимира Путина. И об этом, собственно, пишут в пресс-релизе Белого дома. Кроме того, новые экспортные ограничения будут введены в отношении почти 100 организаций, оказывающих поддержку российской военной машине. В заявлении также говорится, что Белый дом принимает меры по дальнейшему сокращению энергетических доходов России. Ну и Байден также заявил, что санкции эти будут гарантировать, что Путин заплатит еще более высокую цену за свою агрессию за рубежом и за репрессии внутри Российской Федерации. Он также добавил, что поручил своей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых средств массовой информации и тех, кто борется за демократию во всем мире. Ну, знаете, в принципе, неплохой пакет санкций. Конечно, мы ожидали, что ко второй годовщине большого вторжения американцы что-то такое предложат, но я так понимаю, что после встречи с Навальными, Юлией и Дарьей, Байден там еще добавил туда, собственно, против Путина лично санкции, потому что раньше он выступал против, как бы не очень хотел вводить против Путина санкции, сейчас все-таки их, судя по всему, будут вводить. И это такой, конечно, более символический жест, потому что вряд ли у Путина там в Америке есть какие-то накопления или активы, но введение санкций против него, по большому счету, его вводят в ту же лигу, где там Саддам Хусейн, Слободан Милошевич, Муаммар Каддафи и тому подобные классные персонажи. То есть Соединенные Штаты таким образом отказывают Владимиру Путину в легитимности. Причем заранее отказывают. И, на мой взгляд, это очень хороший сигнал от американцев. Почему? Потому что он дает надежду на то, что США откажутся признавать Путина президентом после вот этой процедуры переназначения Путина на трон, которая случится 17 марта. В России это называют выборами президента, хотя, конечно, к выборам это никакого отношения не имеет. То есть Путин станет после этой процедуры, Путин станет в глазах Соединенных Штатов, в глазах Запада нелегитимным. То есть он будет фактически узурпатором для юридической системы стран Запада. Это на самом деле очень серьезное дело. Почему? Потому что в Российской Федерации вся система власти завязана так или иначе на президента. Он там и премьер-министра утверждает, он там и парламент разгоняет, назначает выборы, он и там участвует в назначении членов Совета Федерации, он и центральным банком, по сути дела, управляет, хотя он формально независимый, и так далее. Там много всего, в общем, вся система власти крутится вокруг президента. И если президент считается нелегитимным, объявляется нелегитимным, то вся эта система власти тоже сыпется в глазах западного сообщества, она будет как минимум с подмоченной легитимностью, с неполной легитимностью, скажем так. Ну и без международного признания на Западе, у нее возникнет проблема на, собственно, Западе. В числе прочего, какие проблемы? Сейчас, пока российская власть считается на Западе легитимной, она может подавать от своего имени, как от имени Российской Федерации, точнее сказать, иски в международные суды. То есть там, не знаю, где-то обидели какие-то российские интересы, и Россия может сказать, ага, мы не согласны, мы подаем в суд, давайте судиться. Вот когда Россия будет признана нелегитимной российской системой власти, то такой возможности у них больше не будет. То есть нельзя будет подать в суд и защитить свои права в международном западном суде, потому что им скажут, а вы кто такие? Вы же не представляете свою страну, вы какие-то узурпаторы, захватившие, вы просто гопники, бандиты, захватившие власть. Вы не являетесь официальными представителями России, поэтому поступайте отсюда, в этот суд мы вас не пустим, не дадим вам тут защищать свои интересы. И это важно в смысле изъятия российских золотовалютных резервов, которые хранятся на Западе. То есть Россия могла бы подать в суд, сказать, что нет, мы не согласны, что вы у нас там отбираете либо сами резервы, либо доходы от этих резервов, потому что мы суверенная страна, мы имеем право на эти деньги, нельзя просто экспроприировать. А сейчас им скажут, а вы кто такие?
Вы не представляете России. Вот когда в России будет официально, нормальное официальное правительство, международно признанное, тогда пускай, пожалуйста, обращайтесь в суд, никаких проблем, мы вас послушаем. Проведите для этого честные выборы. Пока честных выборов нет, пока легитимности нет, извините, сорян, вы не можете подавать в суд. До свидания, идите отсюда. И это может очень здорово помочь Украине в использовании денег. Ну и смотрите, тут какой еще момент. Многие люди говорили, что как лидер российской оппозиции Юлия Навальная не годится, что у нее мало ресурсов, у нее нет армии, у нее нет какой-то структуры, системы, чего-то еще. И что в качестве лидера сопротивления Владимира Путина, российского сопротивления, она не годится. Но на самом деле, мне кажется, это уже не так, потому что если ее принимает Байден, то с легитимностью у нее все в порядке. В этом мире, вообще в нашем мире, на нашей планете, собственно, президент США решает в основном, кто легитимный, а кто нелегитимный. И вот Байден сказал, что она легитимная. Поэтому с ней будут говорить, слушать ее будут, и голос ее будет важным. И вот санкции против Путина, как мне кажется, это уже первый сигнал о том, что к Юлии Навальной прислушиваются, Байден прислушивается в данном случае. Потому что до этого он, в общем, отказывался вводить какие-то ограничения против Путина. Хотя Путина он и назвал сумасшедшим сукиным сыном. По-моему, это было то ли перед встречей с Юлией Навальной, то ли сразу после этой встречи. Но Путина это очень сильно обидело. Он потом даже выступил со специальным заявлением по российскому телевидению. Пригнали там этого ручного репортера по имени Павел Зарубин. И он этому Зарубину сказал, что да, Байден меня обозвал сукиным сыном, сумасшедшим сукиным сыном, но я все равно поддерживаю Байдена на выборах президента 24 года. Правда, не так. Он, Путин попытался объяснить, почему поддерживает Байдена, но это звучало как-то очень невнятно, непонятно. Я так и не понял, с какого лешего он поддерживает человека, который назвал его сумасшедшим сукиным сыном. Обиделся Путин, видно, что он так губы дрожали, такой прям недовольный он был. Ну а самому Западу, конечно, уже давно хотелось получить какого-то российского собеседника, представителя, с которым можно будет говорить на политические темы, который будет представлять на Западе антипутинские силы, которые еще сохранились в каких-то количествах в российском обществе. Конечно, не так сказать, чтобы эти силы были какие-то мощные, но они какие-то есть, и нужен был представитель этих сил. И этому представителю западное правительство, западные дипломаты хотели бы доверять и нормально, адекватно с ним разговаривать. Собственно, Навальная сейчас и стала таким человеком, таким собеседником для Запада. И тут надо сказать, что практически одновременно с принятием американских санкций Европейский Союз принял санкции, так называемый 13-й пакет уже санкций, нацеленный на удушение российского военно-промышленного комплекса в данный пакет. Жозеп Боррель, это глава международного, так сказать, отдела ЕС, представитель по международным делам, он сказал, что сегодня мы еще больше ужесточаем ограничительные меры в отношении российского военного и оборонного сектора, нацеливаясь на новые предприятия в третьих странах, это я прошу подчеркнуть, которые поставляют оборудование, а также на тех, кто несет ответственность за незаконную депортацию украинских детей. Новые ограничения, вот эти европейские, затронут 106 физических лиц, 88 юридических лиц. Ну и также был в этом пакете санкций расширен список европейских товаров, запрещенных к экспорту в Россию. То есть будут сейчас искать и наказывать тех, кто поставляет чипы, электронику, оборудование и всякие другие необходимые для российского военно-промышленного комплекса товары в обход санкций. На мой взгляд, это очень правильная, нужная работа. Вот этот методичный поиск и наказание, выискивание по одному просто будут искать и находить и наказывать. Каждую компанию, каждый человека, которого только дотянутся руки. Все эти люди, которые занимаются вот этими незаконными поставками всякой всячины в России, должны знать, должны быть уверены, что до них рано или поздно доберутся. Они должны бояться этого. Конечно, все дырки этими санкциями заткнуть не получится, но обязательно нужно сделать так, чтобы цена переправки любой контрабанды в Россию была заоблачной, чтобы России пришлось платить колоссальные деньги за поставку какого-то копеечного микрочипа. Это хорошие санкции, это правильные санкции, я их полностью одобряю и поддерживаю. Но вообще, в последнее время, на мой взгляд, Европа стала себя вести намного более активно, чем ранее, в смысле помощи Украине. И я думаю, что, знаете, скажу так, я думаю, что эта помощь будет только нарастать. А почему она будет нарастать сейчас? И давайте я расскажу в следующей части. Там еще и про Хаймерсы поговорим, про ситуацию на фронте и про многое другое.
Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.